честно говоря, это неправильно. Спагетти надо уметь кушать. И фетучини тоже. Для этого нам понадобится столовая ложка и вилочка. Сейчас я покажу, как правильно это делается. Так, на вилочку набираем небольшое количество спагетти либо фетучини. И вот так вот накручиваем на вилку в ложке. Сейчас попробуем. Спагетти не должна висеть, свисать изо рта. Все нужно одним приемом положить в рот. У меня не получается, например. В общем, я сейчас покажу, как это делается неправильно, и потом покажу, как это делать правильно. Так спагетти никто не ест. Теперь мы делаем правильно. Естественно, все требует практики. Вкуснейший фетучини, кстати говоря, с артишоком. Уже лучше. Ну и последний раз. Отлично. Приятного аппетита. Подписывайся на мой канал здесь и смотри еще больше новое видео. Здесь оставляй комментарии, обсуждения. И здесь поставь лайк, если тебе что-то очень понравилось. Каждую неделю новое видео.